Также глава администрации Барнаула Вячеслав Франк заявил, что реконструкция моста на Новом рынке начнется в конце мая. Сроки сдвигать не планируют. Конкурс для подрядчиков объявят в ближайшее время. Общая стоимость работ около 2 миллиардов рублей. Сама реконструкция по проектно-сметной документации обойдется в 1 миллиард 700 миллионов рублей. Но нужны дополнительные средства на подготовительные работы, организацию движения транспорта и разворотных колец для трамвая. Сделаем все возможное для того, чтобы сроки строительства сократить. Но сегодня они велики, они лавируют около полутора лет. Сроки очень большие. В основе своих сроков это, конечно, это работа железной дороги. Мы получаем окна, так они их называют, окна для работы. Окна тяжелые, это ночное время, примерно с 4 утра до 8 утра. Вот в эти периоды работы должна быть блестяще организована уже работа той компании, которая выиграет. Отмечу, реконструкцию планировали уже давно. Путепроводу больше 70 лет. В 2014 году суд признал его аварийным.